Зоны использования самокатов кикшеринга на территории Одинцова проходят процедуру согласования. Использование транспортных средств должно быть регламентировано в соответствии с правилами дорожного движения для максимальной безопасности пользователей и горожан. Поэтому профильные службы работают над этим совместно с сотрудниками ГИБДД. Еще одна важная задача, напрямую связанная с безопасностью – своевременное техническое обслуживание самокатов.